Что, типа творожного пирожка? Вау, вкусно. С чайком сам это? Да, по утрам. Морфичный. Очень вкусно. Ну, изюма много. Все-таки. Это что? Новый чак-чака, по-моему. Нет, это не чак-чак, вроде бы, уже так название. Очень похоже на африканский чипс. Мне кажется, чай самый то. Ну, только с чаем. Больше ни с чем. Вообще очень вкусно. Мне очень нравится. Это что? Это Соня. А! Что это такое? Это конная колбаса. Ясно. Пробовала? Нет. Попробуй. Выглядит как типа много изюма вместе. Как копченое мясо. Угу. Вау. Пить хочется после этого. Подожди. Очень вкусно. Еще я знаю, что это. Это кастрюшка. Да. Сюда бы еще сметану. Это что? Блины, что ли? Такое ощущение, будто тесто не дожарено, а картофель просто как пюре. Ну вот тебе же знаешь, что готовить. Mm-hmm. Тут целый день ничего не готовишь, не готовишь. Одни роллы то не кушаем. Ну да, они тоже вкусные. Натуральные чипсы. Угу, по-татарски. Не думаю, это вообще русское блюдо. Ну, это татарское. Вкусно? Попробуй сам. Это, наверное, татары кушают, как хоккей смотрят вместо чипсов. Мне не нравится вообще. Это очень сладкий. Это вообще съедобно. Похоже на пастилу, нет? Или как она называется? Линолеум. Ну какой твердый, как бы не знаю. Линолеум берешь, откусываешь? Чем-то на резину похоже. А это типа ягоды такие, как бы. Ну ты понял, да? Нет. Мне не нравится вообще. Нет, мне не нравится вообще. На тефтельки похоже. О, мясо. Наконец-то. Что, это супчик? Да. Это суп? Да. Какой суп? Там есть много мяса вообще. Почему здесь картошка нет вообще? Вау, очень вкусно. Да. Наверное, здесь какой-нибудь гарнир должен быть. Может, какой-то салат это? Что-то безумно знакомо, но не могу вспомнить, что это. Мясо. Угу. Вообще идеально вкусно. Да. И не только с чаем пойдет. Чуть-чуть с чаем, с чаем. Ну, это можно без чая. Прокисшее. Ряженка. Молоко. По молоку. Это котык,